Привіт, малята, любі хлопчики, дівчатка. Сьогодні я запрошую вас у казковий світ лялькового театру. Пропоную вам подивитися виставу «Чарівна скрипка» Київського театру «Ляльок». Ну-ка, давайте-ка разберемся. Вот вы играете на маленьком инструменте, который называется как? Флейта. Флейта. А ну-ка, сыграйте мне на флейте. Угу. Только тихонечко. Готовы? Да. Тогда начали. Научишь? Нет, тогда научу.
Так, Лек, и повернись. Давай, учи. Стой, музыка. А я вот здесь стою. Давай учи. Ладно. Здравствуйте, мой юный друг, садитесь. Какой я тебе друг? Ты чего дразнишься, а? Так учитель говорит. Как? Если я тебя учу, а ты мой ученик, значит, ты мне друг. Давай учи, друг. Ладно, начнем с теории. Гельмикон – это духовой музыкальный инструмент. О, духовой инструмент. К этому разряду относятся валторна, кларнет, флейта, труба, труба. А зачем мне все это? Ты покажи, как туда дуть. А ты не спеши. Чтобы научиться правильно дуть, нужно научиться правильно дышать. Поэтому мы с тобой распоемся. Повторяй за мной. Ну как? Ты что, не слышишь, как надо? Как надо? Вот как! Ну. А я говорю. Да я вообще не буду, тоже мне учитель. А ты не обижайся! А я не. Возьми лучший инструмент. Сразу бы так. Вот и начинай дуть. Как? Ну как? Сильно. Как будто ты плюешь. Понял. Ты не туда дуть. А куда? Ну, в мундштук, маленькое отверстие. А, в маленькое? Маленькое? Нет, маленькое. С другой стороны. А, есть, нашел. Вот. Начинай дуть. А ты посильнее дуй. А, сильнее? Давай учись, музыкант. Еще сильнее. Убежал? Тоже мне друг называется. Паучок, не бойся, паучок. А я теперь тоже играть могу. Да, вот. На гельмиконе. Только я его
украл. Да учитель тоже так лясоль. Учитель, я знаю. Я знаю, что делать. Паучок, пойдем за мной. А по дороге тебе все объясню за мной, паучок. Что говорил учитель музыки? А он говорил, что... Всех друзей объединит... Музыкальный алфавит. Учите музыку и любите ее. А наша сказка окончена. Спасибо за внимание. До свидания.